Хэлло, гайз, с вами Шимики, и мы покидаем ДЛЦ Адмирал Кнокс. И у нас следующее, это Статион. Тартус Статионс. И это ДЛЦ немножко продолжает сюжет основной игры. Помните, железяка тогда, у него покраснел глаз, да? Перезагрузка была. Это оно и есть. Это тол DLC, к которому вот это относится сейчас, это продолжение. Наша история берет начало в тот момент, когда корпорация Харби решила избавиться от искателей хранилища. Хранилище было закрыто, так что их помощь не требовалась. И теперь они охотятся от того, что зачем платить за оружие, если можно просто снять ближайшего трупа. Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough airball. Я думал, что искатели хранилища и есть наемники, а теперь они стали проблемой. Ну, искатели хранилища прикрыли поток грязных денег и такие вещи. Твои объяснения, стой! Заткнись! Смысл в том, что у Хапериона был план. Наши герои могли сразиться со всеми бедами существ, бандитами, солдатами, они не ожидали. Механического нельзя убить за железяку! Эта железяка была запрограммирована так, чтобы уравновешивать наших героев бесконтактно ловушки, ядры, распускание рук, шутлов, ничего подобного. Он сказал, умел слишком слабым. Он шлапался по крупным, и ему не нравилось то, что роботы типа угнетали их и убивали. Так что мы называли их так. Так они обратили роботов против их хозяев, а из большинства сложившихся. Ну, революция. И догадайся, когда Хиперион позвал разобраться со всеми этими проблемами, правильно, нас, искателей хранилищ. Так, как отменить, можно? Так, мне нужно... Дорти... Это что? Так. Я задание же отменяю, да? Отмена. Почему она просто переключается? Сортировать. Принято, готово к принятию. Чё? Сортировка. Space. Сортировка, ладно. Разберусь как-то по ходу. Убить Крамикса — это старые миссии. Их уже можно забыть. Замечу, что последняя DLC 50 по 15 уровень. Атомные батареи для энергии. Турбины для скорости. Интересно, а это что? Теннис. Это ваши детали. Принеси теннис детали. По 30 теннис нужно детали для постройки ее чего-то там. Отправляйтесь в Hyperion Dump и найдите нужные детали в разработанных... Детали, да? Мне нужно провести ядерную реакцию, чтобы получить... 1-21 грамм... Оу, привет! Лаборатория... так, что-то там. Она своем, как обычно. О, сундук. А не, смотрите, оружие нормального уровня. Так. О, нифига, это город. Нам нужно туда, да? Деталь 1, деталь 2, деталь 3, деталь 4, деталь 5. Я сейчас 5 сек. Так, ладно, погнали. Какая-то свалка. Hyperion Dump. Да, это мусорная свалка. Так. Денег нормально дают. Сообщение от вашего славного лидера. Если вас не ранили, пойдет ли у вас кровь? Если вы...
что, конечно, нет. Ну, у вас, если пойдет, конечно, нет. Потому что... Что мы лучше, чем вы? Вонючие местные мешки. Ну, если так. Отомстим. Да здравствуй, раболюция. Раболюция. Опа, здесь уже, видите, враги моего уровня. Хотя там было в долце написано... Хех. Так, я хотя бы правильно иду. Текс. Воу. Ладно, я понял. Они на электричество почему-то вообще не действуют. Но я думаю, что если это робо-революция, значит здесь в основном враги будут роботы. Против них электричество очень хорошо попрет. Я в этом уверен. Так, а я не посмотрел карту, насколько она большая. Она большая настолько, что я даже не туда пошел. Класс. Класс, прикольно. Сволочка. Так, мне нужна снайперская винтовочка. Я понял, хорошо. Короче, наше механическое орудие вообще уже не подходит к ним. Так, ковбойская пушка. Это что был за гонг только что? Оттуда идет. Ладно, не наши дела, просто бежим. Так, надеюсь, я правильно бегу. Просто бежим. Так, у меня щит защищает, это хорошо. Наверх. О! Карлик. Шиноби? Шизоид. Ладно, поехали. Давай, где то? Ой, я упал. Да, на мои обычные рукопашные атаки они просто сливаются. Так, я немного запутался. Так, а, куда я шел? Где я был? Так, я отсюда бежал туда, да? Значит, я также бегу туда же. Так, потом я отсюда спрыгну на ту сторону. Туда, да? Спрыгнул. Так, побежали. Тихо. Мешки с мясом меня атакуют. Меня не заметили? Ну блин, вот как ты меня заметил, скажи. Так, хорошо, дальше. Обратно я пробегу здесь. Ну, что сказать? В принципе, DLC пока что нормально. Типа революция, роботы захватили Землю. Ну, Пандору, если бы точнее. А теперь мы решаем здесь какие-то проблемы. Блин, жалко, что я не могу мисти отменять, вот это фигово. Ой, здорово. Как я вас давно не видел? Как же я вас давно не видел, Скаги?
Если бы вы знали. Так, ладно. Ворота, ворота, про ворота. Здесь где-то следующая деталь, которая мне нужна. Ты будешь так кричать, когда мы тебя... Ладно, снайперку я не буду пока что использовать. Потому что мои рукопашки... Итак, о, робот нашел. Что это за звуки? Это с фабрики такой звук? Кажется, что да. О, там с кого-то ракетница выпала. На урон тоже. О, последняя железяка. Деталька. Готово. А, не, еще не последняя. Нужно еще одна. Ладно, побежим. Мастер робо-самурай. Мастер робо-самурай. А давайте я вот что сделаю. Дробовик. Дробовик поставлю сюда. И я хочу посмотреть все-таки, как на робота это будет действовать. Да, где? О. Да, ваншотит роботов. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу, я вас понял. Стоять! Отпустите оружие. Корпорация Hyperion не желает принести вам вреда. А, и поэтому у меня скинулась ульта. О, это что за фигня? Тихо. Предмет, у меня есть еще вторая пушка, не забываем. На 4 заряда, все, пустую. Ты что, думаешь, закрылся защит? Слышь, а что тебе урон не наносит? Убил. Да? Да, это конец. Так, ладно. Последняя запчасть. Фигня. Ну да, враги уже все. Более-менее стали уже пожестче. Так, возвращаемся тогда. Я не вижу смысла здесь ничего такого подбирать. Так, а какие тут были виды этих железяк? Я только увидел железяку каменный век с этими молотками солдата, у которого во лбу был пистолет. И еще кто-то там был. Но я так сильно не рассмотрел. Разве железяка не имеет права на масло и его из его головы? Нет, говорит человек. Так, нет, говорит человек. Ну, короче, это разные виды. Поехали. Если приходится делать больше одного выстрела, значит, у вас ого, красиво выглядит. Блин, 42-й здесь уже уровень нужен. Так, ладно, короче, сейчас вернусь к Танис. Дам ей вот эти микрочипы, и главное, чтобы она меня пропустила дальше. Или я могу дальше уже туда пройти? Или нет? Ладно. Тебе что-нибудь нужно? Вот твои детали, драка за детали. О, не-не-не-не, я понял тебя, все. Приветствую, это мистер Блейк, старший вице-президент корпорации Hyperion по торговым отношениям и туризму.
Самые комментарии, чьи бойцы были безжалостны, перебил, и я оценил это. Ты неплохо себя проявил. Так, информация туристического центра Хаперион проявила это твои состояния неопоздаваемые. Новые связи, хорошо. Хаперион. Так, надпись. А, это про Мокси надпись, да? Как отменить? Почему оно только просто переключает? Мне нужно отменять как-то. Так, отмена листать. Жалко, хорошо. Буду как-то по этим смотреть. Убить Крамписа. Так, разыскать мертвыми. Новые связи. Найти Блейка. Туда идти? Нет, я туда пришел. Мне нужно как-то в город попасть. Только вот как. Тебе что-нибудь мы еще потолкуем. Ладно, давайте в эту сторону. О, сундук. Дерьмо. Так. Открыл проходик. Походу, проход в город. Так, вижу доску объявления сразу, которая активная. Спа против спа. Отрубить энергию в Pip and the Spy. Хаперион. Корпорация типа приветствует тебя на Тарту Стати. Так, где-то сюда, да, показывал? Вот. Эй, у меня есть для тебя работенка, заходи в мой магазин. Зайду попозже, Маркус, подожди. Что ж, а вот и наша маленькая шайка мартиродеров, мистер Блейк. Мистер Блейк. Рад вашей встрече. Мы с Хаперионом ценим ваши связи с исключением хранилищем Пандоры, поэтому я уверен, что новые связи поехали. Ловушка для железяки, фаза 1. Электростанция найдена, передача энергостанции восстановлена. Пис. Воду не знаю, а ты что здесь живешь? Или как? Так, ладно. Куда мне идти? Как-то нужно. Доступное новое задание на информационно-туристической доске. Я же брал задание, разве нет? Еще задание? О, магазин Маркуса. Отличники на Пандоре. Но если не обращать внимания на Армагеддон, устроенный роботами. Маркус. Горящая резина. Найдите 6 хороших покрышек для Маркуса. Так, доска объявления. Пойдем посмотрим, что там есть у них новенькое, как они говорят. Все равно, что раков перестрелять. Ага, активируйте турели, чтобы избавиться от бандитов. Давайте восстановим тогда турели, потому что я вижу, они ближе здесь. Да, они здесь ближе. И следующая подача энергии, как он говорит, сделать. Так, найдите детали от турели. Детали от турели искать. Так, ну ладно, первая деталь где-то здесь. Либо мусорка, либо где-то... Так, проход вниз есть. Оп. Побежали. Так, холодильник пусто. Так, это еще, да, какая-то часть города?
Так, но это не здесь, это значит... У нас сундук еще какой-то. Так как мне туда забраться бы? Как бы. Окей. Найдите детали от турелей. Здесь ничего нету. Значит, на крыше. Хотя еще здесь есть проход. О! Одна деталь найдена. Еще три. Так, пойду поверху, чтобы сразу смотреть сверху. Вон деталь помечена. На водоснабжение. Да? Это же водоснабжение здесь должно было быть. Так, немного. Быстро перебежал. Так, хороший сундук. Ладно, сначала сундук чекну, потом. Фигня. Забираем. Активировать турельки. Просто дальше мы идем в другую локацию. Запрыгни. Так, там сундук с деньгами. Ну, в одном месте, я думаю, не может быть, да, два? Или это не в одном и том же месте? Это в другой части города. Другая часть города, чтобы попасть, мне нужно через этот пройти. Ладно, побежали. Да, это наш. Я здесь спускаюсь, здесь вхожу, да, это другая часть города, либо это где-то в мусорке, потому что там около здания было нарисовано. Либо в помойке. Ну, либо в помойке, либо около дома, либо на крыше дома. Так, где-то здесь. Так, сразу могу залезть уже на крышу. Оп. Дальше, да, где-то? Где-то здесь. Где-то здесь, ну где? А, вот нашел. Так, теперь турельки. Где турельки сами стоят? На здании, да? Тогда идемте на крышу. Так, а что мне за второе оружие? Дробовик. Окей, дробовик. Так, здорово, ребят. Оп. Так. Раз генератор. Так, вижу, вон еще где-то можно поставить. А я не допрыгну, да? Или допрыгну? Нет, не допрыгну. Ладно, не хочу рисковать. Так, второй генератор. Давай. И там третий показывает. Вон, вижу. Оп. Ага, тут бочки есть. Окей. Готово. Ну-ка, побежали, посмотрим, что там. О, там сколько врагов. Ну, там немного врагов, конечно, но... Кого-то расстреливают, надо посмотреть, кого. Пока всех не убили. Мародеров, по идее. А, все, всех убили. А, обычные солдатики. Так, ладно, здесь ничего нету, побежали тогда наверх. Пока шаттлцы прикольные. Город такой. Апокалиптический. Хотя тут так апокалипсис на Пандоре. Если это можно считать апокалипсом. Апокалипсис. Так, ладно. Доска объявления. Больше здесь ничего такого нету, да? Так, готово. Enter. Так, задание. За кому бить? Ну, я буду уже просто тогда смотреть. Покрышки и детали. Это в одном месте, это на свалке. Найти рычаг, это другая.
Ага, значит, она автоматом, хорошо. Первая фаза с ловушками для железяк. Ну, в принципе, у нас уже есть то, что мы нашли. Можно, а ну подожди, это где-то здесь? Нет, это в локации другой. В принципе, сохранится здесь. Да и закончить серию, пускай, когда будет 26 минут, тогда со следующего уже начнем. Блин, я запутался. А, все нашел. О, там я вижу еще сундук. Так, здесь был подъем, оказывается. А ну-ка. Ну, ай, ладно, почти. И тогда продолжим, да, немножко. Хотя, не запутался. Ладно, давайте тогда закончим здесь. Вот так нам в виде скал, море. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.